ох ты, ё... Потом не надо водить машину. Аля. И колеса на три. Какая важная пися. Здорово, были, кровь блатная. Как там, чё там? Как там хороший поживает, братуха? Эй, чё за чушня? Я его всё натуральный. Ты вышел весь, как будто ты только что женский вес потягал в зале, да? И покачался по системе Синди Крофорд. Выскочил весь на келике. Я не я, и жопа, сука, тоже с позавчерашнего дня не твоя. Я и гелик проебал, и жопу, к сожалению, тоже не смог сберечь, бля. Салам, ребята, всем салам, братски. Где моя кепка? Напихло. Ну да. Всем салам, ребятки, всем братский бородатый, общий такой добрый, босяцкий, короче, солнечный, кавказский, ковидный салам, короче, ребят. Ну... Ковидный салам, можно не надо? Да, давай не будем. Не 19-й, просто ковидный салам. И вот у нас сегодня обзор на ваш любимый гангста-щит автомобиль. Честно говоря, да, вот как Константин. Сегодня у меня оператор Константин. Он наконец-то вылечился, бля, от гонореи. Или что у него там было? Что-то, короче, ВИЧ какой-то у него там был. Блять. Точно он не говорит до сих пор, бля, держись нахуй на расстоянии вытянутой ноги. Как говорил Константин, вы его помните, хороший был парень. Как говорил Константин, да что в принципе говорить за гелик? Все уже обсосано, все за него уже сказано, все показано. Что вы новое узнаете о гелике от меня? Да нихуя вы не узнаете ровным счетом нового про гелик от меня. Если же я не буду сейчас, как все блогеры вот эти, знаете, привязывать вот этот автомобиль к каким-то лихим годам, 90-м, к бабочкам, к пузатым там, вот крылышкам вот таким, которые до сих пор, которые хоронили, наверное, точно так же. У них, наверное, гробы тоже под крылья. Да, конечно, история этого автомобиля, она у нас вот здесь в умах такая. Она осталась, это весомо, это давит. Я сегодня расскажу о нынешних реалиях этого автомобиля. Каких-то технических характеристиках. Нихуя вы, как обычно, от меня не узнаете. Пацаны и девчата, кто хочет узнать, какая у нее подвеска, какая у нее коробка, какой в ней мотор, пизда Верните Википедию, как говорил уважаемый Иван Будько, говорил из сериалов «Сваты». Зайдите, пожалуйста, в Википедию и наслаждайтесь вот этими буквами, кайфуйте. Да, гелик, да, 90-е, да, братки. Волей-неволей ты садишься и ощущаешь себя каким-то невъебенным. И ты стал сразу урюрушник. Смотришь там, она всех там искоса, типа, воу. Вроде залез полулохом туда, а в салоне ты стал ебачу за уруру. Прыгая в салон. Волшебная бричка. Уруру, у меня сразу какая-нибудь анимешная тяночка. Не урурукай, блядь. Да-да-да. Этого автомобиля ты сразу начинаешь быть паханом. Ты даже к хате подъезжаешь, как пахан. Ты даже к пахану подъезжаешь, как, блядь, пахан. Да, это было раньше. Батя, я твой батя, да? Но эти времена закончились. Сейчас люди, я которые ездили... Я говорю, мой батя, я твой батя. Не поспоришь. На этих машинах и урурушничали. Они сидят уже в других тачках, они ездят на майбахах, они носят пиджачки. У них теперь рука не вот так, а вот так. Кто ездит сейчас на этих машинах? Давайте поговорим о настоящем этого автомобиля. Это чистейший, сука, понт. Просто понаблюдайте за тем, кто ездит на этих тачках. Это был звук в видео или звук в мыши? Звук в мыши опять. Понт. Просто понаблюдайте за тем, кто ездит на этих тачках. Инстаграмная девочка. Если раньше
Тебе, ты даже мог позволить себе приобрести гелик? Мог, у тебя были филки. Тебе не по статусу было покупать эту тачку. Сейчас на них ездят все. Во-первых, сейчас на них ездят специально обученные обезьяны инстаграмных девочек. Эта машина стала более доступна. Естественно, я не говорю о каких-то новых геликах там и так далее. Плюс вообще этого автомобиля в чем? В том, что ты можешь взять самый старый, укатанный, ушатанный, бля, гелик, раздеть его, накинуть на него обвесы свежие 15-го года, 9-го года, 19-го года, затонировать его, самое главное, поставить невъебенные колеса, сделать выхлоп и все. И похуй, что он у тебя рассыпается, тоннами бензина жрет, то, что на нем, бля, ездить боязно, да? Зато ты, бля, на гелике сам себе задаешь один простой вопрос. В натуре? Не, я не хочу никоим образом обидеть людей, но кто их покупает сейчас? Зачем? Ребята, те, которые видели это, которые мечтали об этом со школ, которые видели вот этот ебаный пиплоблок, стоящий около подъезда. Ребята, кому-то просто гештальтик хочется закрыть. Возможно. Я вообще никогда не знал о этих машинах. Я первый раз вообще узнал о этом гребаном гелике, когда посмотрел этот сериал «Физрук». До этого я вообще... А там же песня Noize MC, где там телевизор на гелик выкидывают. А, ну да, ну как-то я, знаешь, да, ты сейчас сказала, я такой, а, да, там было про гелик. Я помню на машину. А, ну да, точно, Гелендваген же, точно. Я не придавал этого значения. Просто мы с тобой не зациклены на автомобилях. От слова совсем. Ребята, которые росли на улицах, которые росли в бедности, они сейчас покупают себе эти машины, теша свое самолюбие, покупая себе свою мечту. Но ни один из них, скорее всего, ни один из них не может прикупить себе новый гелик. Это в основном бывают ушатанные, укатанные гелики, делают им рестайлинг и так далее, обновляют. Это же плюс этой машины. По большому счету, она нихуя не изменилась. Вот этот ебаный пиплоблок, по сути, это ебаный УАЗ. УАЗ немецкий просто. Я сейчас на нем проехал, я охуел, что иди. Единственное, ему вот котяра тоже сказал, не хватает скрипа колодок. Кто вот сейчас, кто пользуется им по назначению? Кто ездит на этой тачке, блядь, в болото, в грязь, по грибы? Вот кто, какие-то старые, блядь. Мне что-то, знаешь, что напоминает эти... Из 19-го, конца 19 века, начала 20-го, лондонское такси, кэб, эти брички, блин, конные. Типа, если это черная карета, значит, это такси. Ага, этот, я такой думаю... Он говорит про болото и прочее. Господи, да тут выхлоп вон где. Куда ему, блядь, в болото? Какое болото? У него колеса какие. Гелики, которые специально лифтуют, делают именно под эти цели, под эти нужды. В основном, кто ездит? Молодежь. Ну, сейчас загони молодежь на гелики, какой-нибудь лесочек, бля, по грибы, по ягоды, поднимет свои носочечки и скажет, я там не застряну. Поэтому все эти машины катаются, бля, по городу. Также на них ездят и девочки. Девочки, мне вот вопрос к ним. Ну, поглажу, вот, котя мне свою мохнатку тасану. Да, мне вообще странно видеть девушку на такой тачке. Ну, опять же, у всех свои вкусы. Но в этом все и смысл. Девочки, что движет вами, когда вы покупаете себе немецкий УАЗ? Купите Патриот. Просто они не хотят себе какой-нибудь Матисс или Volkswagen Жук, и они просто идут методом от противного. Тогда можно было бы Хаммер брать. Дорого. Он такой же большой. Блогером УАЗ. Купите Патриот. Он такой же большой. Блогерам хочется сказать, бля, перестаньте за уши тянуть, бля, вот эти, вот это вот покрывало 90-х. Просто оглянитесь, да хуя. Я сама себе папик. Из вас вообще не представляют, что такое 90-е. Они Да, ага, сама себе мамочка. Начинают тянуть вот этот плед из 90-х и рассказывать, блядь, нам, что это пиздец, что за машина из 90-х, на которой ездили братки. Пацаны, мы все это прекрасно знаем. Мы все это прекрасно знаем, нам это все вы все уже рассказали, бля. Надо еще палец веером ебануть. Просто посмотрите на эту тачку немножко иначе. Сейчас, в нынешних реалиях, кто ездит на этой машине, что это дает? Да, это статус. Был, есть и будет. И во веки вечные, аминь. По-любому, гелик – это статус. Но этот статус, когда ты едешь на гелике, в тот момент, вот ты нажимаешь на акселератор и боишься посмотреть на стрелку, бля, бака, да? Понимаете? И он у них просто на постой от угла до угла ездит, но зато ты на гелике, блядь. Нет, ты знаешь Марата? Что за Марата? С Владимировки. Бля, не, что за Марат? На гелике он, у него еще гелик. Охуеть, да. Если у тебя еще здесь блатные номера, ты вообще пиздец, что за козырный туз, блядь. Гелик не по
показатели, реально. Главное, кто ты. Машина — это всего лишь твое прилагательное. Не важен тот статус, который, как говорится, ВКонтакте. Машина — это всего лишь та хуета, которая возит твою жопу. Да. Важно тот, кто ты на самом деле по жизни. То есть он не сделает из тебя мужчины. Мы все это прекрасно знаем, и бандитского в ней нету ровно ничего, бля, как вот и во мне нету ничего бандитского. Она точно такая же бандитская, как у, блядь, моего оператора, бля, камера Panasonic. А она у него Sony, бля. Я тебя прям даже обидел, да? Просто вот, ну, мне интересно, девушки, пожалуйста, напишите. Я клянусь, не хочу никого обижать, клянусь, не хочу никого задевать. Я просто говорю реалиями, говорю, как оно есть на самом деле. Чем нужен. Короче, обычные автомобили бывают очень низко садиться и в юбке неудобно, а это высокий, мне, наверное, садиться в юбке удобно. И жопкой посверкать заодно. Наоборот, как раз таки. А-а-а. Как раз таки наоборот. Раком не загибаться, ноги за себя не закидывать, а просто как раз нормально села. Ну, это я же все шучу, конечно. Угу. Перевозная эскорт-машина. И комната, и машина. Фейк-такси. Фейк-такси, да. Ну это ведь так. Давайте вот, ну, трезво смотреть. Я понимаю, сейчас мерсоводы, водители этих автомобилей, да, они сейчас на меня ополчатся. Узрите, как говорится, в ко... Ебать, какими словами я заговорил. Наверни мне два раза лево и один раз право. Подумайте, что это не так. Да, есть любители и ценители этих машин. Да, 100%. Внешне это очень мужицкая тачка. Я вообще сейчас веду свой обзор иначе. Я хотел его так повести. Я не хотел рассказывать там за что-то. Есть клубы, бля, у нас тоже клуб есть. Мы как-то с ними выезжали. Там ребята, которые реально любят эти машины. По большому счету, никто из людей, которые покупают себе гелик, никуда на нем не выезжает. Они все кутят по городу, тонированные, все на больших дисках, все на громких выхлопах. Ездят, просто привлекая к себе внимание, потому что, да, машина красивая. Но для меня это чисто, бля, пеплоблок. Пеплоблок, под капотом которого находится, ну, да, у данной тачки, это V-образная восьмерка на компрессоре. Да, это быстрый пеплоблок. Того рот я ебал. Но мне непонятно, девочки, пожалуйста, бля, объясните мне там. Я знаю, очень многие меня девушки смотрят. Зачем вы покупаете гелик? Я понимаю, когда я вижу девушку на X5. Как это сказать, блядь? Это вот, ну хуй. Это как френч на ногтях, короче, вот знаешь. Откуда ты, блядь, только знаешь? Да, у меня пи***. Ты френч на ногтях, что? Понимаешь, просто Марат, он более прошаренный во всех областях, чем пытается казаться. Он просто умный чел. Но это я сейчас не касательно френча говорю. А френч на ногтях — это когда вся ногтевая пластина покрыта нейтральным цветом, близким цвету кожи, самой ногтевой пластины. А отросшая часть ногтевой пластины покрыта белым или контрастным цветом. Ясно. Педикюр, снять тебе кроссовки. Это вот как френч на ногтях, да, там. Я понимаю, когда я вижу девушку там на Каене. Вопрос отпадает сам собой. Когда девушка с Каена выходит, у тебя, ну, это для тебя нормально. Когда ты видишь, что, сука, бля, останавливается гелик, на нем, блядь, 23-й или 74-й колеса, вот на такой изоленте, выхлоп ебанутый. И оттуда выходит девочка, ну, может быть, ростом максимум, как я. И если присмотреться, она выходит ровно так же, как выходили с них, блядь, в 90-е. Еще... Вот отходя... Вот так? Да-да-да, походу. Делает вот так. Объясните мне, что вас привлекает в этих машинах? Девчонки разные бывают. Да, девчонки разные бывают. Есть, короче, вот, ну, с остальным характером у меня такая же. Есть такие девушки, у которых яйца есть, ну, физически-то их нету, но у некоторых они крепче, чем у мужчин. Ну, я понимаю, когда девушка приехала на машине мужа, а у мужа гелик. Ну, она одна в семье. Спору нет. Все. Ну, когда себе девушка намеренно покупает гелик, хаммер, GX, 200-ку, 300-ку. Ну, а почему нет? Ну, нравится вообще, да, чё бы нет. Да. А может, да, еще и для контраста. А так, ну, блин, почему? Может, нравится то, что просторная машина, удобно в нее залазить, ну, и прочее. За себя могу сказать, что да, мне нравится в высокие машины садиться. Да, в них удобнее садиться. В них комфортно. А вот, допустим, спортивная тачка, я вроде как залазила песосей. Они красивые, но залазить в них — это ад. 300-ку. Ездят на огромных машинах, и вот ее на сиденье, не то что по салону, а вот на одном сиденье ее, как на корабле, штормит, она едет, и нет-нет, иногда под руль попадет наверх, всплывет, под руль попадет наверх, всплывет. Зачем?
Чувство безопасности. Баба, ну если только... Нравится, ёб ты чё? Тогда под руль попадёт наверх, всплывёт, под руль попадёт наверх, всплывёт. Зачем? Чувство безопасности. Я все равно не разобрал, что оператор сказать. Слишком тихо. Баба, ну если только ради чувства безопасности, тогда я советую, бля, построить финский домик и оборудовать его колесами. Я высказываю всего лишь свое мнение, ни грамм не хочу никого задеть, ни грамм. Абсолютно ко всем уважительно отношусь. Просто вот, ну, мне это интересно. Просто интересно, потому что у меня был гелик 5-литровый 98-го года. В принципе, по сути, ничего там-то так и не меняется. Салон только меняется, и пиздец, ну, не считая последнего гелика, так это вообще пиздец. Вот девушкам советую покупать последний гелик. Вот это абсолютно не мужской гелик. Он максимально... Вот там есть френч. Вот, все. Это маникюр, педикюр, эпиляция там. Бля, смотри, я как подкован, да, в этих делах. Я посидел месяц на изоляции, да. Мне его дали гелик, сказали, братуха, будут деньги, отдашь. Ну, мне его подарили, короче, образно говоря, за хорошую сумму. И сказали, не торопись, будут деньги... Отдашь. Окей, гелик не хочет. Кто не хочет гелик? Давай начнем с этого. Тем более, мне по еблу прям гелик, это вот гелик. Я проездил на нем 2 недели. И сейчас вы охуеете. Я работал, бля, доставщиком молочки на газели. Вот, ну реально. Я работал в то время, получая зарплату максимум 12 тысяч рублей. Я водитель газели. Развозящий молочку по пригороду, блядь, хуй, Республики Северной Осетии, Алания. Приехал на гелике, на умнике, еба, у меня там было 700 или 800 рублей в кармане, как сейчас помню. Я что-то в него там плюнул, в бак, а это реально плюнул. Приехал такой весь мурм, как есть, говорю, сам был такой. Ну сколько мне тогда было? Ну 22-25. Приехал на гелик, поставил его, парканул его на самое видное место. Ха, это гелик, ебаный в рот. Его все должны лицезреть. Все, вышел ровно точно так же, как я вышел сейчас отсюда, вот с этой хуйней, бля. Я вышел не как водитель газели. Я вышел как хозяин базы. Зашел, бля. Вовнутрь все, начал грузить молочку с такими же крыльями. У меня-то в душе, что я на гелике не... Тут приходит парень, тоже работал водителем. А мы, ну, имели привычку, пока, если кто-то первый загрузил, он помогал второму. И вот мы помогали, короче, мне. И заходит пацан, ищет. Пацаны, бля, это кто, говорит, там такой на гелике, говорит, приехал? Я так гордо поднял голову, чья, братуха, а чё? Такой хуйнёк, ты охуел, ты получаешь меньше всего зарплату, а ездишь на гелике. И вы даже не представляете, что я ему сказал. Кто на чё учился? Бля, сам себя угорает. Авто. Возможно. Потому что видео наполнено ее фан-сервисом. Да? Ну нормально, видно ее голову. Не, я понимаю, ты, нелогично иметь девушкам... Особенно, которые не ходят в зал там тягать железо. Нелогично им иметь большой мотоцикл. Вот, а в чем проблема иметь большую машину девушкам, сие загадка для меня. Ну, как бы, почему нет-то? Ну, это типа, знаешь, такие ассоциации. Это стереотип, да. Просто и все. Просто это надо было видеть, вот, ну, я понимаю, что эта машина дарит. Я понимаю, какие эмоции она дарит. Я понимаю... Как это на тебя начинает давить, когда ты находишься в салоне? Я все это прекрасно понимаю. Я поездил на этом гелике ровно 2 недели. Позвонил хозяину, говорю, я тебя заклинаю. Пока мои дети еще способны кушать, пока моя жена может сходить себе на педикюр, там хуй, забери его. Ну, не получить удовольствие от 5 литров, тем более, когда ты сам любишь это, да? Ну, невозможно. И 700 рублей не хватает, чтобы получить удовольствие на 5-литровом гелике. Бензин жрет как не в себя. Я не тяну эту машину. Я отдал ее благополучно обратно. И человек, когда у меня ее забирал, он удивился. А почему, говорит? Я говорю, да потому, что она меня съела. Так что вот такая вот беда, ребят. Вот такой вот, ну, я не знаю, не то чтобы обзор, а рассказ за этот автомобиль. Да, брутально, да, бля, красиво, да, там, и так далее. Ругать гелик, ну,
Ну, глупо ругать гелик, искать какие-то в нем косяки, тоже реально глупо. Я понимаю, что это просто немецкий УАЗ. Сейчас поднимать капот и показывать, как он кривится, да, там и так далее, смысла нету, потому что это уже все показали. Можно вытащить человека с гелика, а вот гелик с человека вытащить не вариант. Рассказывать за вот эти минусы, которые были уже обжеваны, разжеваны, смысла нету. Это так или иначе гелик, это так или иначе статус, это так или иначе история. Я просто не знаю никого, кроме Германа Мисикова, кто бы не хотел, блядь, эту тачку. Но это будет целый и, блядь, это будет натуральный пиздеж. Но в нынешних реалиях гелик — это просто дорогой понт. А в некоторых... Что такое, с пассажирского появился. Да-да-да. Дешевый понт. А дешевый понт, как вы знаете, дороже денег, бля. Так что я не знаю, ребят, покупать вам такие машины или нет, это вы, естественно, думаете сами, решаете сами. Если есть возможность купить и содержать, тогда да, тачка на самом деле вот такая. Вот, и, бля, она мне нравится. Она реально мне нравится. Гелик это очень брутальный, очень харизматичный, очень кайфовый. Очень такой добрый старый автомобиль. Кстати, машина, по-моему, то ли 4-го, то ли 5-го года. Ну так, проброс. Проброс, хочется сказать. Человек, ну хозяин этого автомобиля, кстати, хозяин, женщина, девушка. Ну у нее есть возможность, она любит Mercedes. Машина на самом деле в очень достойном состоянии. Ну и на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Вот такая вот история. Вот такое мое видение гелика в нынешних реалиях. Никакой, блядь, никакого пледа из 90-х, никаких малиновых пиджаков. Вот такая вот история, вот такой мой взгляд на гелик сейчас. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, комментируйте, обязательно комментируйте. Ну и еще раз прошу подписываться на мой второй канал, который я назвал звучно Вторяк. Там у нас проекты. Сейчас на втором канале как раз вернулся проект Монза. Мы доделываем ее. Ну как доделываем? Я опять залез в машине в очко, вот, и хочется заняться улучшайзингом. Так что все те, кто кому полюбилась эта машина, может перейти на канал Вторяк и посмотреть, что делаем мы сейчас с Монзой. Ну а с вами был Марат Борода Коли, и всем пока, снимаю перед вами шляпс. Ну и естественно, как всегда, осата в деле, ребята, никуда мы не делись, мы здесь, осата в деле, до талого. Кринжа навалил. Да-да-да. Опа. Оператора с собой не позвал. Походу. Если только... крутить, как в замок попасть? Это дилемма, бля. Перестать крутить. Ну чё, братуха? Сиплому приветы. Хромому тоже, калеке, инвалиду, беспалому, корейчику, Бори Бамперу салам обязательно, Газаю Дросселю тоже, всем под салам, пацанам. Мафиозник чисто. Да. Торбею Железному, французу армянскому, Роме Полировщику. Если что, цифры знаете. И уехал. Безвозвратно. Спасибо за просмотр. До скорого.